Всем привет! Меня зовут Игорь, вы смотрите канал «Досуг в Абакане». Сегодня 17 марта 2024 года. Мы приехали на Масленицу в Шушинское. И сейчас мы туда пойдем и все посмотрим. Итак, вот мы попали на праздник Масленица в старой деревне, в Шушинском музее. Смотрите, как тут интересно, сколько много народу. Здесь всегда так. Здесь чтут и сохраняют традиции. Итак, здесь какая-то очередь. Давайте подойдем и посмотрим, что здесь интересного. Так, ну, конечно же, здесь у нас блины. Блины, все как положено. Это же Масленица, да ведь? Итак, мы гуляем по старой деревне в Шушинском музее, мы идем вперед. Очень все интересно здесь. В 3 часа будут жечь чучело. Мы обязательно подождем и посмотрим. Правда, ветерочек такой. Я надеюсь, организаторы все предусмотрели. Какой все-таки прекрасный музей в Шушинском. Какие большие они молодцы, что сохраняют русские традиции. Каждый год мы стараемся сюда приезжать, и здесь всегда что-то новенькое. А вот на Масленице мы впервые. Итак, наше внимание привлек вот такой стенд с деревянными изделиями. Какие прикольные табуреточки. Скажите, пожалуйста, в какую цену вот такая табуреточка? 1000 рублей. Нормально. Доступно, здорово. А вы откуда к нам приехали? Вы здесь? Местные? Угу. Это мы к вам приехали, точно. Мое внимание привлек вот такой интересный стенд. Это подушки с интересными изображениями. Вот написано «Тыва», а вот дедушка Ленин. Могу я узнать, в какую цену ваши подушки? 1600. А из чего они сделаны? Наполнитель отдельно идет, как думка. Думка просто подставляется, она открывается сбоку, стирается, просто аккуратно. Отлично. Скажите, пожалуйста, а где это можно приобрести? Вы местный? Да? Местный производитель? Ну, жена моя делает. Прикольно. А как вас найти? Вы в интернете где-то есть или... Ну, в интернете нет. Нет. А вообще вы где-то базируетесь? Или вот как вот, если я захочу купить, но сегодня нет, а вот в следующий раз? Отлично, тогда я на обратном пути подойду к вам. Меня заинтересовала ваша продукция. Спасибо вам, очень интересно. Мы с Абакана, мы снимаем контент. У нас канал называется «Досуг в Абакане». Мы вот сегодня приехали к вам на Масленицу и решили вот пообщаться с производителями. Нам очень нравится. Ну, раз уж мы здесь, давайте у вас спросим, а что у вас тут? Расскажите, пожалуйста. Это точно, вот, да, я сначала подумал, это дерево, а это... Сердечки. Вы тоже местные? Да, мы местные.
Супер, отлично. Что вам больше всего нравится? Ну, мне все нравится. А вот это для чего? Ну, вообще, это керамическая плитка. Ее можно на стену как функционально повесить, приклеить. Ага. Одна штука 250 рублей. То есть это не дешевая, да? Нет, это производство не дешевое. Я понимаю. А в квадратном метре сколько таких штук? Как вы думаете? Считали? Ну, 10 на 10, чуть поменьше. 10 на 10? Потому что она не ровно 10 сантиметров. 10 на 10. 100 штучек. То есть квадрат 250 тысяч? 25. Ноликом ошибся. К сожалению. Ну, нормально, нормально. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с вами сможете сфотографироваться? Катание на санях было обязательно, а для народа желательно. Молодые катались, перед всеми кланялись, чтобы счастьем своим понравились. А народ, в свою очередь, им в ответ кричал: порох на губах, порох на губах. И молодые целовались. Очень интересно. И это вот эти сани вот примерно на таких и катались, да? Ну да. Супер! Как круто! Садишься? Туда можно садиться? Конечно. Алло! Пойдемте, молодые, тоже гай! Так, мы участвуем в процессии, когда везут масленицу на сжигание. Мы как раз ради этого и приехали, чтобы посмотреть. Итак, мы оказались в центре хоровода вокруг масленицы. Это обязательный ритуал перед ее сожжением. Жгут ее, по-моему, для того, чтобы весна скорее пришла, чтобы все классно было. Отличная русская традиция. Смотрите, как здорово! Вон, в два ряда аж делают. Отличное мероприятие! Итак, мы посмотрели, как жгут масленицу. Все получилось. Надеемся, что скоро придет весна, а затем лето. Ну а мы продолжаем гулять по Шушинскому музею. В музее стало заметно просторнее, люди все куда-то уже ушли, видимо, все заканчивается. Ну, а мы продолжаем гулять по музею. Видите, какие тут старинные домики. Сохранилось все, как было раньше. Вот какой домик интересный. Давайте зайдем, посмотрим, что здесь у нас. Усадьба торгующего крестьянина Эде Урбана. Так, наверное. Торговая лавка. Ну что, зайдем посмотрим? Какая основательная дверь.
Еще одна дверца. Ого. Настоящий магазин того времени, я так понимаю. Ну какой утюжок. А вот и цены. Давайте посмотрим цены, что столько стоило в конце 19 века в Минусинском округе. Вот такая вот интересная лавочка. Хорошая тренировка для дыхалки. Ну что ж, мой короткий выпуск подходит к концу. Вы смотрели канал «Досуг в Абакане». Подписывайтесь, ставьте лайки. Совсем скоро мы готовим еще несколько новых видео. До новых встреч, друзья!